Сравнительно богословское исследование – вещь непростая, и прежде чем мы продолжим, нам нужно обратить внимание на некоторые потенциальные трудности, с которыми мы сталкиваемся. При таком исследовании есть несколько типичнейших ошибок. И первая из типичнейших ошибок – это такое необоснованное обобщение. Каждый из нас так или иначе сталкивался с православием. У кого-то есть Знакомые, принадлежащие к православной церкви, может быть, как-то активно вовлеченные в православную жизнь. Кто-то, а это достаточно распространено среди русских протестантов, некоторое время ходил в православную церковь, в той или иной мере к ней принадлежал а кто-то смотрел какие-то передачи, читал книги, еще что-то. Поэтому почти у каждого есть некоторое представление не о православии вообще, но о некотором небольшом кусочке православия. Однако, когда у нас есть представление о каком-то кусочке, то автоматически возникает тенденция, когда мы это представление о кусочке православия растягиваем на все православие и говорим, да знаю, в общем-то, это православие, православные такие и вот такие, считая, что тот кусочек, который нам случайно попался в жизни, это и есть адекватное выражение того, что именно такое православная церковь. А даже на примере баптизма понятно, что не все так просто. Если вы знаете одного баптиста, это не значит, что вы знаете всех баптистов. Но православие гораздо более разнообразное, чем баптизм. И поэтому нам очень аккуратно нужно быть с поспешными обобщениями по той простой причине, что мы можем потом столкнуться с каким-то несуразностью и разочарованием. Мы думали, что все вот такие, а на самом деле то, что мы столкнулись, может быть вообще очень странным и нетипичным явлением для православия. Поэтому первый шаг в нашем исследовании мы должны с вами осознать, что мы не можем спешить с обобщением. Второе, что часто случается в нашей жизни, когда мы занимаемся подобными исследованиями, мы стараемся все упростить. Мы стараемся все подогнать под какую-то простую, незамысловатую модель. И факты, которые не вписываются в нашу модель, мы игнорируем, мы отбрасываем, мы говорим, православие это вот это. Но если эта модель и срабатывает для каких-то фактов или для отдельных православных людей, это не значит, что эта модель срабатывает во всех возможных случаях. И поэтому нам важно быть очень аккуратными в отношении тех моделей, которые мы используем, тех каких-то предвзятых мнений, которые у нас есть. Еще одна связанная с этим проблема. Это такой идеологически обусловленный подбор фактов. Например, если у нас сугубо отрицательное отношение к православию, такое достаточно распространено, то мы можем тратить свое время, тратить свои усилия на подбор каких-то негативных фактов. Всегда можно найти негативные факты, в повседневной жизни, в прессе, в личном опыте, в церковной истории много всего случалось и много случалось неприятного. И есть люди, есть книги, написанные на эту тему, когда просто собирается много-много неприятных фактов, и из этих неприятных фактов вырастает какая-то очень демоническая, может быть, даже картина православной церкви, просто потому что нам хотелось, чтобы она была такая. Есть другая противоположность. Можно быть какого-то очень высокого мнения о православии, негативные факты отбрасывать, говорить, что это все случайность, выбирать только лучшее, только самое позитивное, создать другую картинку, прекрасную, но, наверное, такую же нереальную, как и картинка негативная. Поэтому, когда мы выбираем те или иные факты, когда мы на что-то обращаем внимание, а что-то отбрасываем, мы должны себе отдавать отчет в том, что есть у нас некая страсть предизбирать только то, что укладывается в наши модели. Еще один момент. Когда мы занимаемся сравнительным богословием, когда мы сравниваем между собой две конфессии, когда сравниваем православие или протестантизм, то иногда мы преувеличиваем, а иногда преуменьшаем различия. Может быть, вы слышали, что в общем-то протестанты и православные это примерно одно и то же. Но мы чуть-чуть по-разному поклоняемся. Ну где-то там есть иконы, где-то нет икон. Но это же в общем-то мелочь. Мы все обращаемся к одному Богу, и не нужно обращать внимание на эту мелочь и всякие различия, которые есть, они игнорируются. Нет попыток их обосмыслить, нет попыток их объяснить. Есть другая крайность, когда любое отличие, оно подчеркивается, оно преувеличивается, и говорят, ну подумаешь, там, мы верим в одного Бога. Но тут же есть иконы, и некоторые объясняют иконы как идолопоклонство, и говорят, могут ли быть христианами те, которые поклоняются идолам, и тогда каждая деталь, каждый элемент вдруг приводит к какой-то катастрофической пропасти между двумя конфессиями. Опять-таки наше предвзятое мнение, наша позиция, она подталкивает нас либо к игнорированию, к приуменьшению различий, либо наоборот, к увеличению их, и нам здесь нужно быть осторожным. Еще один очень важный момент, когда мы занимаемся сравнительным богословием, мы очень часто сосредотачиваем внимание на каких-то второстепенных деталях. Я уже упомянул иконы, можно там вспомнить свечи или еще что-то. Когда встречаются протестанты православные, иконы ⁇ это один из типичнейших споров. Мы очень долго можем говорить об иконах, мы очень долго можем говорить о достоинствах и недостатках использования икон в поклонении. Но, наверное, это важная тема, и даже здесь мы затронем эту тему, и какое-то время будем рассуждать об иконах. Но мы все-таки должны понимать, что есть вопросы первичные, есть вопросы первостепенные, есть вопросы, связанные со спасением, и с учением о спасении, и с практикой, с требованиями к человеку, предъявляемыми, которые необходимы, чтобы человек был спасен. И есть вопросы, которые можно отложить в сторону и, может быть, разрешить позже. И поэтому, занимаясь сравнительным богословием, нам нужно для себя построить некую иерархию вопросов. Нам нужно решить, что должно стоять на первом месте, на что нужно обращать большее внимание, и что можно отложить и, может быть, не тратить на это время. Следующая трудность, следующий сложный момент, может быть, не очень ясный и не всегда бросающийся в глаза, но все-таки его важно иметь в виду, иногда, когда мы рассуждаем о обучении другой конфессии, мы рассуждаем об этом учении, перекладывая его на наш язык, втискивая его в рамки нашего богословия. Например, в православной церкви есть практика ну, некого духовного возрастания, которую в православии называют обожение. Мы с вами будем говорить об этом более подробно. Но тем не менее есть такое явление обожение. Вся православная жизнь, весь их путь, все их стремления направлены к тому, чтобы обожиться. И вот мы видим практику обожения, мы понимаем, что это и есть православное богословие, и тут же начинаем искать что-то похожее в нашем богословии. И находим практику освящения. Говорим: о да, у них есть обожение, у нас есть освещение. Наверное, это одно и то же. И с этого момента начинаем об их обожении рассуждать точно так же, как мы рассуждаем о нашем освещении. Проведение параллелей ⁇ важный момент, но нам стоит также напомнить себе о том, что параллели не всегда точны, параллели не всегда срабатывают. И мы не можем просто сказать, что православие – это всего лишь другой язык, другая терминология для нашего опыта и нашей практики. Мы должны быть очень аккуратны, чтобы не переложить православие, не превратить православие просто в по-другому рассказанный протестантизм. Эта опасность не очень очевидная. И она подстерегает особенно тех, которые так положительно настроены по отношению к православию. И получается, что в своих рассуждениях, в своем изложении православной веры, они просто рассказывают о себе, но не рассказывают о том, во что на самом деле верят православные. Поэтому это тоже опасность, которую мы с вами будем учитывать. А сама эта опасность, о которой я говорю, она не в рамках сравнительно богословского анализа, а в рамках истории науки. В свое время было описано Куном, есть замечательная книга Куна «Структура научных революций». Куном было введено такое понятие, как парадигма. Есть разные научные парадигмы, есть разные системы представлений о мире. И нам важно понять, что православие и протестантизм это просто две существенно разных мировоззренческих системы. Поэтому, когда мы обсуждаем протестантскую парадигму, когда мы обсуждаем православную парадигму, мы не можем просто заменить отдельные слова. Мы не можем просто сравнить отдельные второстепенные моменты. Нам то и другое нужно рассматривать как полную и целостную систему где есть свой язык, где есть свой опыт, где есть своя внутренняя логика. И вот этой вот внутренней логикой нужно постараться проникнуться, нужно постараться научиться смотреть православными глазами на православные явления, прежде чем мы поймем, во что же они верят на самом деле. тв семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv И вот эта вот разница в парадигмах, разница в мировоззрениях порождает еще один существенный момент сравнительно богословского анализа. Есть вещи, которые из своей парадигмы, из своего мировоззрения мы просто не замечаем. Я сейчас приведу пример не того, что мы не замечаем в православии, а того, что православные не замечают у нас. Я читал достаточно много православных книг, посвященных протестантизму и православной критике протестантизма. И вот одна любопытная деталь. Каждый раз, когда обсуждается крещение в протестантизме православными авторами, Никто из них не обсуждает достаточно очевидную для любого протестантского богослова разницу между крещением водой и крещением духом. Так уж получилось, что в православии, в православном богословии четкого разграничения между этими двумя видами крещения не проводится. Если звучит слово крещение, за этим фактически стоит одна реальность. И теперь, когда православные начинают читать протестантские книги, когда православные общаются с протестантами, они просто не видят что произнося слово крещение протестантских богослов может иметь в виду не одну реальность, а два совершенно разных явления. Есть некое слепое пятно. Есть то, что просто очень трудно разглядеть, глядя из православной перспективы. Нам важно помнить, что наверняка и у нас есть такие слепые пятна. С этими очень трудно бороться. Это не сразу бросается в глаза, но... Занимаясь сравнительно богословским анализом, мы должны быть готовы выискивать эти слепые пятна, замечать какие-то несуразности и напряженности в нашем разговоре о православии, чтобы не выдуманное, а подлинное православие обсуждать. Итак, вы видите, потенциальных трудностей много. Поэтому впереди у нас непростая задача, непростой путь, но мы постараемся, насколько это возможно хотя бы часть этих трудностей преодолеть и увидеть православие, как оно есть. На этом обсуждение потенциальных трудностей мы заканчиваем. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.